пьем одно и то же масло. Я буду устрицей. Спасибо. Ну куда ей? Символически. Ну, Олег. Символически? Ну, чуть-чуть совсем. А вообще, по какому поводу мы... Мы празднуем историческое событие. Чудесное превращение твоей мамы в домохозяйку. Я не согласна. И, следовательно, мое превращение в домохозяина. Угу. Это, наверное, что украшение это? У тебя уже есть. Так что это мне? Да, это мне? Тихо, пусти. А что это? Открывайте. А что это? Это ключи. Это ключи от большой, новой, просторной квартиры, где всем нам хватит места. Включая твоего прутика. Какой ты молодец. Правда, пока еще не достроено. Целуемся. Спасибо. Какой ты... Молодец. Позвольте, все-таки я скажу. А вот добрый день. Роза. Привет. О, огурчики. О, вовремя, Розочка, вовремя. Бери рюмочку, Роза. Давай сюда. Потом, я прошу, дайте все-таки я скажу. Итак, все мы сроднились с нашей Евгенией. Да не Евгенией, а Женечкой. Нашей Женечкой. А вы помните, а? Как в первый день у нас в кабинете душечка рожала, да? Да помню, помню. Мы все помним. И как машина взорвалась, тоже помним. Ну, зачем это? Зачем? А что такое? Что я сказал-то, господи? Да. Да вы... Да вообще, как вам не стыдно? Мне стыдно? Вот хорошее дело. Юль. Ну? Ой, ладно, вернется. Ну, ладно, давай, все, продолжим. Давай, давай. Так, значит... Давай. Ни для кого не секрет, что... Женечка для нас была тем звеном, которое... Ну, ты была, мол, сядь уже, дай людям выпить, я тебя прошу. Да, Жень, за тебя. Когда спасибо. Же мы тебя будем провожать? Последний путь. Не дождетесь. Да, Жень, за тебя. Чтоб все было хорошо. Спасибо. Роза. Давай. За вас. Спасибо. Жень, а может, останешься? Да, Жень, ну, вот ты от нас уволилась, кабинет закрыла. Куда теперь? А никуда. Да, я закончила практику. Это было условие Олега. Перед свадьбой. А деньги? Муж тоже будет обеспечен. Пойду я все-таки посмотрю. Ой, Юлю. Неудобно, да, получилось. Нет, ну если муж будет обеспечивать, это хорошо. Вот знаете, если бы меня муж обеспечил, да, я бы ни дня не работала. Но чего нет, того нет. Ну что ж. Давай. Давай. Ну хорошо, без Женечки я скажу. Ну что ты ревешь, дурочка? М? Ну что ты? Смотри, я тебе дарю. Смотри, какой. М? Вам хорошо. Уходите отсюда, а я остаюсь с ними. Ну, они все замечательные люди. Ага. Мне уже предлагали другого врача, знаете, так она начала мне про огород наворачивать, картошка, редис. Ну, хобби такой у человека. Хобби? А если завтра муж у нее решит поросят завести, так она мне что, про рацион, да про корма рассказывать будет? Ну, перестань. А я ей знаете, что сказала? Что? Вам, говорю, надо было не во врачи, а в агрономы идти.
И тут такое началось. Санычу жаловаться побежала. Ну, дурочка. Обидела хорошего человека. Ну, что ты? Все будет хорошо, не волнуйся. Ну, улыбнись. Все будет хорошо. Вот и все. Вот и все. Ну ладно. Все. Все. Здравствуйте, а мне бы Шаблинскую найти. А, так вот ты каков. Ну, проходи, проходи. Чего встал-то? Садись. Здрасте. Выпьешь? Нет, спасибо, я на машине. Да мне, собственно, Женю забрать, нам пора. Ах, пора ему. А расскажи-ка мне, дорогой человек, как ты умудрился такого врача дома запереть? Ты что думаешь, мы ничего не видим? Как к ней народ ходит? Как люди за полгода пишутся? Это тебе не твой телевизор. Сегодня один промелькнул, завтра другой. А народ разницы никакой не заметил. Она врач. Врач от Бога. А ты за рулем он. Пей. Олег. Ой, извините. Нам пора. До свидания. Извините. Пока. Нам пора. Ты адрес-то хоть не забывай. Если что, не дай Бог, так заходи. Свои же люди-то. Пока. Нашел сумасшедший салон свадебных платьев. Завтра поедем, покажу. Сейчас ты глупость сказал. Ты знаешь? Да. Глупость сказал. И как это можно смотреть свадебное платье без Машки? А вот сейчас не понял. Конечно, маловато. Но я же говорила, надо с кринолином покупать. Знаешь что, моя дорогая? Вот ты когда замуж сама соберешься выходить, вот ты хоть два, хоть три кринолина себе купишь. Правда, Женечка? Ой. Мама, ну тебе толстит. Да? Вот честно говоря, да. Женечка, вот честно говоря, вот просто чао, бомбина, сори. Прости меня. Ну, знаешь... Скажи мне, пожалуйста, ты его в салоне покупала, да? Ну почему в салоне? А где? В магазине. В каком? Ну, где вообще платье покупать? Я спрашиваю, в каком именно? Тебе что, адрес дать? Конечно. Потому что я туда поеду и скажу, чтобы они никогда в жизни больше таким девушкам, как ты, такие платья не продавали. Жесть. Ну, а я Машке отдам? А? Нет, Маш? Спасибо. Нет. Ну? А я, пожалуй, возьму. Ага, конечно. Я же буду подружкой невесты. Буду? Не знаю уже. Буду. Будешь ли? Не знаю. Буду. Буду. Не знаю. Буду. Жень, смотри. Что это? Что? Господи. Слушай, стучаться не пробовала? Тут, между прочим, две женщины. И одна невинная девушка красоты небесной. Да. В таком положении, я надеюсь, я для вас безопасен. Я просто хотел списки у тебя открыть. Какой список? Списки гостей на свадьбу. У меня пока 40 человек получилось. Сколько? 40. Чё-то маловато. А Прутикова-то пригласили? Да. Мам, я не понимаю, почему ты не хочешь выбрать себе свадебное платье?
Я понимаю, там возраст и все такое. Но я же тебе не говорю, что надо обязательно покупать там с фото или с кринолином. Можно выбрать вполне приличный свадебный костюмчик. Ну, я не знаю, я бы хотела посмотреть новую квартиру, например. Доброе утро. Всем доброе утро. А давайте и туда, и туда. Времени нет у нас. Вагон. Это моя чашечка, пожалуйста, отдайте. А вообще лучше было бы в платье в сети поискать. И дешевле бы было в половину. Скажи, а ты на кухне хочешь плитку или ламинат? На полу. Приехали. А если вот такие хочу лосины? А где мама? Не знаю. Мам! Жень! Пошли. Пойдем. Сейчас купим тебе лосины, а потом в салон. Ну давайте быстрее. Мама. Ой. Ой, подождите, без меня тут как же. Так, сюда. Вот так. В камеру улыбаемся. Молодцы, надо снялиться. Хорошо. Подожди, а где Маша? Она сейчас подойдет. Пойдем. Ну, идем. Что? Нет. Давайте. Девушка. Где же он? Улыбочка. Давайте, какой. Держись за меня. Снимайте. А вы где, Маша? Она подъедет сейчас. Ну что? Как можно так опаздывать? Ну, она вот уже подъезжает. Ну как, а? Мишка, ну подъедь же попозже, где? Ну едь. Ну. Платок, спасибо. Так, дверь открывай. Вот так, успели. Все. Опоздали. Тут ты. Ну, я же говорил, не успей. Ну, потом. Ну, у нас же дети, дорогая. Ну. Ой. Ну, неудобно, Эдик, надо поздравить. Ну, хорошо, ну, тогда в машине подождем, а то замерзнем. Давай. Давайте. Так, выходите. Выходите. Все, спасибо, возьмите. Пойдем налево в автобус. Не разваливайтесь из кадра. А, А так. Женечка, мы так рады. Поздравляем вас от души. Спасибо. Здравствуйте. Поздравляем вас. Спасибо. Поедете в ресторан, автобус ждет. Поедемте. Нет, мы не можем. У нас же дети на даче. Дети? Да. Саша и Артем. Артем? Да. Ну, мальчика, сына Сашеньки, ну Артемом назвали. А как она сама? Ой, замечательно, отлично. У нее потрясающе светлая голова. Она так считает, она будет математиком обязательно. Подожди ты. По стопам Эдика пойдет, финансистом. Это же перспективно. Так, вот. От всей души. Ой, ну что? Женщина, поздравляем. Спасибо. Поздравляем вас. 2000 евро. Ну, абсолютно пустяк. Ну, Кирюшка, ну что я сказал? Спасибо. Всего доброго вам. Счастливо. Это вам подарок от нас. Спасибо за все. Счастья вам. А то опоздаем, дети ждут. Спасибо. Славные они, правда? До свидания. Всего доброго. До свидания. Пойдем. Скользко. А у нас вот что есть, а? Вот.
Слушай, туда. Цветы. Мой тоже возьми букетик. Я вам столько всего привезла, Сашка, где это заеду отдам. Ой, здрасте. Спасибо. Спасибо. Туда же проходите. Спасибо большое. Ну, пусть болтает. No, just a minute. This is a special wine. It's for just Mary. You must drink together, okay? The best Italian tradition. Okay. Buon vino, inizio di dolce vita. Okay. In vino vino. Grazie. Жень, он говорит, что эти вина по традиции в Италии пьют только на свет. Ну, пойдем, нарушим традицию. Пойдем. Женечка, примите наше поздравление. Спасибо. Скажи, как ты себя чувствуешь? Чувствую себя прекрасно, я работаю вовсю. Ну, вот. Поздравляю, Женечка. Спасибо. Туда положите. Проходите. Ну, так что, ты работаешь? Я работаю, ну, а что дома сидеть? Я устроилась гидом в Италии. Наших туристов полно, я их по Колизею катаю. А скажи, как Антонио к этому относится? Женечка, поздравляю. Спасибо. Пожалуйста, ну, Антонио, конечно, сначала... Проходите. Бесился? Ну, ничего, потом привык. Кто в итальянской семье главный? Ну, мама, конечно. Ну, вот мама, я и попугаю, что скоро буду мамочкой. Дамы и господа, коллеги, дорогие друзья, что я хочу сказать? Женя – врач. Прекрасный врач. Но сейчас она закрыла свою практику, чтобы полностью отдаться научной работе. Неправда. Чтобы полностью отдаться мужу. Я продолжаю. Женя решила посвятить себя научной работе, в чем я искренне ее поддерживаю. Потому что Женечка не только великолепный врач, но и в чем я нисколько не сомневаюсь, ученый. Спасибо. Ученый с самой большой буквы. Горько! Горько, горько! Кто это? Что я вообще ничего не знаю. Это просто не знаю. Лилин друг вообще. Горько. Побольше. Хватит. Прошу прощения за вторжение. Проезжал мимо. Не мог отказать себе в удовольствии. Поздравляю. Спасибо. Занимайте место любой свободной, пожалуйста. Благодарю, я не задержусь. Возьмите. Мне бы один танец невесты, если позволите. Я уйду. Ничего я не знаю, это не я. Ну хорошо. Олежек, ну пойдем, чего сидеть-то? Пойдем потанцуем. Ну, перестань. Ну пойдем. Ну, мы рядышком присоседимся. Ты ни о чем не хочешь мне рассказать? О чем же? Просто медведь какой-то. Такой вообще. Так, дети. Тут невеста танцует. Да, конечно, сейчас я бы снимаю. Не видел его ни разу. Позвольте. Меня? Не-не-не. Я приехал украсть тебя. Извини, я больше не могу с тобой танцевать. Очень сожалею. Все. Уходи. Напрасно.
Все, танцевали, да? Ну что вы. Спасибо. Спасибо. Мы так прекрасно двигаемся. Нормально потанцевали, все хорошо? Не злись. Я не злюсь. Ну ты не злись. Я не злюсь. Я его не знаю, это Лилин друг, да? Да, да, вон у Лили друг. Вот ее друг. Ну что ты? Оператор Мишка. Сейчас я начинаю вообще. Вот друг. Давайте знакомство, да. Мишка, не подведи. А это кто такой? А это наш дядя из Кемерово. А чего он вам огурцы подарил? Он же из Сибири. Ну, а это ничего, кстати, симпатичное. А это кто такой? Не знаю. Я первый раз вижу. Странный вообще чел какой-то. Дорогой сыночек Олег, дорогая доченька Женечка, я хочу подарить вашу новую квартиру, нашу библиотеку, которую мы с папой собирали всю жизнь. Как здорово! Спасибо вам. А сейчас наш племянник Стасик сыграет для вас любимую папину мелодию. Вот. Книга – лучший подарок. А как ваше молодое дарование? Забыла, как у Паши, по-моему, да? Ты знаешь, сбежал. Да ты что? Как только на ноги стал подниматься, сразу контракт разорвал и... Я думала, он лучше. Да ну его. Бог с ним. Ты знаешь, я не знаю, огорчаться мне, радоваться, что соскочил. А как Лида? Лида? Да. Ты знаешь, эта история, она ее многому научила. Знаешь, как-то мозги на место встали, она многое стала понимать. Ой, мальчик! Ой! Это... Дорогие Женя и Олег, разрешите мне от нашего славного коллектива больницы поздравить вас и подарить подарок. Это символ домашнего очага. Ковер. Кобеленовый. Вашу новую квартиру. Какой дорогой подарок-то. Молодец, коллектив какой у тебя. Анатолий Сергеевич, может, домой поедем? Нет, я сказал. Я хочу подарить вам замечательного аиста. Это же цапля. Что-то на цаплю похоже. Цапля. Ну, ребят, ну ничего, похож на цаплю. Вот это все равно птица счастья. И я хочу, чтобы эта птица принесла в ваш дом радость, удачу, детский смех и, конечно, ура, недорогой любовь. Подарок. Главное, спасибо. Здоровья. Спасибо. Здоровья. Красиво, да? Давай. В арбалеты. В арбалеты. Олег, Женя? Ну ладно тебе, посмотри на что-то. Какой красивый торт. Это ты заказал? Ну? Какой ты молодец. Как Лиля скажет, добытчик. Давай, Лиля!
Ну что, Женька? Я не Женя. Я Настя. Да? Сегодня тебя зовут Женя. Поняла? Поняла. Господи. Ой. Здравствуй. Что случилось-то? Полвосьмого утра, а? Чё? Да ничего особенного, просто у тебя сегодня чёрствая свадьба. Какая свадьба? Чёрствая, когда особо Господи. Близкие подъедают остатки. По-английски называется after party. Ой. Ну вот чё ты стоишь? Ну что ты стоишь? Я голодная, как 100 гиен. У меня желудок к спине прилипает. Давай мечи. Всё, что есть, давай сюда. О, брюлики какие, ух ты. А ты что, в таком виде не переодевалась, что ли? А когда мне было переодеваться-то? Мы же со свадьбы прям к нему. Кому? Ну как кому? К оператору. К оператору, который над Олегом в церкви эту тиару держал. К Мише, что ли? Спасибо. Откуда я знаю, как его зовут? К Мише. К Мише. Бедный Миша. А я прям измучилась вся. Ой-ой-ой. Думаю, как это? Как ему это далось? Господи. Чё ты измучилась-то? Ты бы, моя дорогая, лучше бы о подруге подумала. Помучилась бы, как мне все это давалось. Вилку дай. Ну, вообще, я тебе, конечно, скажу. Рост у него... Ты была права. Лиль, ну при чем здесь рост? Опять-таки права. Я же, знаешь, с ним тоже не в баскетбол играет. Это что, Серёга под шубой? Ну ладно, сойдёт. Мы к нему как приехали, он сразу стал меня снимать. Сначала этой камерой, потом этой. Сначала меня одну, потом мы с ним вдвоем, потом опять одну. Так, где-то лимон у меня здесь. Это было просто божественно. Ну ладно. Такие откровенные фотографии получились. Жесть. Ой, слушай. Да. Я тебе сейчас покажу, он мне диск дал. Ну ты что, вообще с ума что ли сошла, а? Я теперь замужняя женщина. А вот, ты мне такое предлагаешь. А ты о чем подумала-то? Это искусство, моя дорогая, это вечность. Ты вообще в музее-то хоть раз была? Да при чем здесь музей, Лиля? Да при том, что всех художников, абсолютно всех художников интересует только одно. Что? Ню. Что? Ню. О, Лилька. Лильк, привет. О, привет. Что ты ешь? Все подряд. Что за диск? Ню. Ню-ню. Ню-ню. Да. Лилик, а вина выпьешь со мной? Вот, вот. Вот это настоящий человек. Единственный нормальный из всей семьи. Смотри. Ух ты. Коллекционная. Ух ты. Не жалко? Нет. А товарищ Антонио? Да, из погреба, кстати. Ладно, пейте, что хотите, я пойду в душ. Да иди, мы без тебя разберемся. Слушай, так вот все-таки права была моя бабушка. Вот она мне всегда говорила. Не так хорошо с мужчиной, как плохо без него. Еще раз.
Про Мишку? За Мишку. Он оператор. Мишка! А это значит, что не страшны гибель, горе, беда. Ведь операторы... Мишка! Они не плачут и не теряют бодрость духа никогда. Мишка! И еще вареньем сверху полей. Мам, тебе лекарство звонил, когда ты в душе сидела? Да? Прошу перезвонить. Хорошо. И заключительный. Он оператор. Мишка! А это значит, что не страшны гибель, не плачут и не теряют бодрость духа никогда. Мишка! Алло? Да, я еду. Я еду, да. Передайте профессору, что я подъезжаю уже, да. Хорошо, хорошо, постараюсь быстрее. Угу. Могу, тороплюсь операцию. Помахай тебе Бог. А вы куда? Бабуль, пропусти, она нарушила. Кто? Бабуль. Чего она нарушила? Бабуль, пропусти, нарушила она. Давай, чего она нарушила? Бабуль, пропусти. Давай, миленький, катись, катись, катись. Ради Бога. Не давайте меня до греха. Господи. Она, может, там людей спасает. А ты только свистеть умеешь, да пугать. Из-за угла. Женечка, прости меня, старого дурака, что сорвал тебя, но там огромные кровопотери. Я не могу, я не могу! Хоть сам себя режь. В конце концов, это внучка моя, это дочка моего старшего сына. Я не знаю, что со мной происходит, вы поймите. Я не могу в таком состоянии. Или это старость, или маразм, или воспитание, в конце концов. Это ж надо было так раскорячиться. Сразу видно, баба. Я тебе дам, баба. Это врач. Приехал операцию делать срочно. Да, Олег, говори быстрее, у меня через 3 минуты операция. Да, не научная работа. Да, да, я помню. Да, не договаривались. Все, я сказала, я не могу говорить. Даже не знаю, как ей это сказать. Вот она. Так боюсь. А что вы здесь? Что-то случилось? Мам, подожди. Олег ушел или уехал. Но свои вещи он уже забрал, я проверяла. Значит, Машка, на роду мне написано. Не быть мне женой. Ну ладно. Как операция хотя бы прошла? Нормально. Жить будет, даже иметь детей будет. Здрасте. Добрый вечер. Так что все замечательно. Садитесь. Спасибо. Thank you.
Через 10 минут уже связь твоя кончится. И уже на 3 дня. Не Москва тебе. Да и черт с ней. Петро, может, тормознем? Ну, сколько дней уже как пропал? 3. 3. Значит, я с Мишкой своим разговаривала. Вот он мне сказал, что Олег твой вовсе никуда не увольнялся, а просто взял отпуск. Понимаешь? Я уже ничего не понимаю. Я просто хочу, чтобы он был рядом. Хоть иногда, но рядом. Как думаешь, Наухон что-нибудь наловит или нет? Водка – это хорошо. А я запомнил, куда он свой мобильник-то метнул. Там торфяник, но сухо. На обратном пути можно забрать. Кость, ты бы ему водки, что ли, отнес? Да ладно, не надо. Видишь, человеку плохо. Пусть стоит. Давай. Давай. Не знаю. Посмотрим. Женя, мне. Посмотрим. Срочно приезжай по адресу Шмидтовский бульвар. Не видно. 2-7-4. Олег. Женька, моя дорогая, я опять улетел. Зимой снимать лето в пустыне – это в моем стиле. Ты уже успела это понять. С тех пор, как ты появилась в моей жизни, я многое понял. Главное – это то, что человеку в жизни необходимо любить и быть любимым. Встреча с тобой и Машей поменяла мои взгляды на жизнь, и слово «семья» обрело смысл. Раньше я был готов к любым безумным поступкам, а теперь за моей спиной ты и Маша. Я буду стараться жить вашими заботами и проблемами. Делить все хорошее и плохое пополам с вами. Женька, мы с тобой родственные души. А души должны трудиться, чем мы, собственно, и занимаемся. Наша работа стала для нас образом жизни. Спорить с этим трудно, а доказывать бессмысленно. Моя дорогая Женечка, я очень скучаю. Я очень скучаю. Когда тебя рядом нет, я хочу увидеть тебя. Когда я тебя вижу, я хочу не расставаться с тобой. А когда я улетаю очень далеко, Жень, то хочу быть уверенным в том, что ты и Машка ждете меня. Это кресло – мой подарок тебе. Как долечу, обязательно позвоню. Целую тебя нежно. Всегда твой муж Олег.